Живе Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеру. И вот новость эта, можно сказать, молния. Литве не хватает еще 300 километров колючей проволоки. Вы вдумайтесь, 300 километров проволоки ищут, где ее взять. Много заказали в Украине, а так что не хватает. А как вы считаете, поможет литовцам вот эта вся колючая проволока, вот этот забор от лукашенковских диверсантов, нелегальных иммигрантов? Вот как вы считаете, напишите в комментариях ваше мнение, поможет стена из колючей проволоки избежать попадания нелегалов?